«Цвет Афона» – это название экспозиции, которая открылась сегодня во Владимирском выставочном центре. Она посвящена тысячелетию русского монашества на Святой горе Афон. На выставке можно увидеть оригинальные иконы афонского письма, книги и религиозные реликвии. Создание экспозиции помогла Владимирская епархия. Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий представил на выставке свои работы – книгу о 20 афонских монастырях. Продлится выставка месяц, до 2 июля. Вход свободный. Для справки, Афон – название горы и одноименного полуострова в Восточной Греции. Христианская история на Святой горе началась почти 2000 лет назад. Для православных всего мира Афон – одно из главных святых мест. Почитается, как земной удел Богородицы. Это, может, единственное место на земле, где вот возносятся души, молитвы этих святогорцев. На чем же стоит мир, вот так спросим, на нравственных и вечных вот таких духовных основах. И вот эти все подвижники, эти как бы такие ротопорцы посвятили себя, чтобы наш мир был сохранен. Связь такая, знаете, Афон и Владимирская земля, икона Владимирской Божией Матери. Может быть, она чуть-чуть по периодам не совпадает, но, тем не менее, именно вот эта духовная связь, она существует. Это замечательная такая связка, и если ее, чем больше ее людей проникнутся этой идеей, чем больше они станут, на чуть-чуть хотя бы каждый станет более такой духовный, проникнется, я считаю, что и жизнь будет лучше.